социологические чтения городские продолжаются, развиваются. Сегодня пятые, будут шестые, седьмые. На шестые, седьмые у нас уже есть кандидаты в университет культуры города, аграрный университет, политехнический университет и так далее, и так далее. Это очень приятно. Мы должны, я всегда говорю, мы должны общаться, вместе работать, обмениться мнениями и презентовать себя, как должна презентовать себя на городском и общероссийском масштабе. По-моему, эта функция чтения выполняет, и есть большой интерес, это очень, мне очень приятно. Но вообще чтение городских идей общества Ковалевского, как говорили, эта идея была поддержана многими другими коллективами. Общество Ковалевского существует с 1916 года, кто не знает, в 1993 году возродили, сейчас активно функционирует в ряду других социологических обществ, ассоциаций нашей страны. В этом плане есть большие проблемы, но мы продолжаем действовать, выполнять свои, как говорится, программные функции, и всех присутствующих здесь приглашаю я принимать участие в нашей работе. Спасибо, всем нам успехов!